Всем привет! Сейчас я буду играть на немецком танке Маухен 9 уровня. Медленный очень у меня танк, еще не прокачанный до конца, поэтому надо как-нибудь так встать, чтобы не подставляться. Сейчас попробую под горочкой встать. Скорость у него маленькая, пушка еще такая не топовая, поэтому как-нибудь так где-нибудь с краешку. Вот они, красавчики. Прям мне как повезло, что они все выехали. Выехали и не ожидают, что я тут плетусь в самом хвосте. На тебе. Так, он меня заметил. О, его подбили. Плоховато свелась, наверное, не до конца. Почему-то он боком был, и я его не пробила. Видимо, в броню попала. Ну вот, очень даже чудненько получилось из-за горочки пострелять.
Ну, все остальные вот 4 штучки, которые остались, танки, они, наверное, в районе своей базы там где-то спрятались. В елочках, на горке, скорее всего, сидят там в укрытии и издалека да, я пока доеду, конечно, уже всех перебьют. Ну вот, один высветился, но уже все, его убили. Так, этот тоже готов, ну вот один остался. Но он там тоже далеко очень от меня, его я не достаю. Даже на захват базы уже не успею доехать. Слишком медленно. Ура! Победа! Победа. 25-364 серебро и 1352 опыт. Ну, еще коробочка с подарками. Всего начислено 22-056 плюс 3-308 бонус за традиционное Рождество. И минус автовыполнение боекомплекта. 5-350. И остается 20-014. И опыт 629 плюс 94 за бонус за традиционное Рождество. И всего умножается на 2. И всего 1362. Командный результат. У меня 1818 урона и 629 опыта. Малая аптечка и игрушки. Ручной огнетушитель. Ручной огнетушитель, умноженный на 2, игрушки. $7000 серебра и игрушки. Спасибо.